Первая фактура. Рука партнера на лопате партнерши. Приобнимаем. Она тоже может снять на колено. Синхрон! Синхрон! Война свободы. Эта рука держит правую руку партнерши в таком объятии. И мы начинаем с самых простых шагов назад. Без партнера на правой ноге. И мы просто идем два раза вперед. Раз, два. Там, где большую часть шагает либо одна нога, либо другая. Положите все просто, не запутайтесь. Либо две ноги подряд. Бывает. Хорошо, опять начинаем. Без партнеров на правой ноге. Входим синхронно. Соответственно, без партнеров на левой ноге. Мы начинаем вперед. Раз, два. Отлично. И теперь назад. Раз, два. Лицом к нам. Дальше. Окей. И закрепляем. Партнер вес на правой ноге. Идем вперед. Раз, два. Супер. И назад. Раз, два. Отлично. И теперь еще один раз. Раз, два. И назад. Три, четыре. Закончим. Теперь. Да, говори я. Теперь мы разберем самую простую, но очень удобную танцевальную единицу. Называется полдоса. Он же квадрат. И у нас он будет начинаться с шага. Да, шаги те же. То есть получается у нас будет шаг в сторону. Левой ногой. Потом два шага вперед. Шаг в сторону. Правой ногой. И два шага назад. Собственно, вот вся балдоса. Давай теперь вместе. Я буду повторять, говорить шаги партнерам. Партнерша, доверяйте и шагайте. Не проверяйте. Да, и не проверяйте. Итак, вес партнеров на правой ноге. Партнер, один шаг влево. Два шага вперед, правая, левая нога. Один шаг вправо. И два шага назад. Левая, правая. И повторяем. Левая в сторону, правая вперед, левая вперед, правая в сторону, левая назад, правая назад, допустим, левая в сторону. Отлично. Теперь мы будем... Внимание туда. Левый микрофон, правый микрофон. Теперь мы с вами объединим то, что мы выучили первые два шага вперед, два шага назад и балдос, который объяснили ребята. Два шага, партнер стоит на... Правой ноге идем. Два шага вперед. Два шага назад. Пошли в сторону. В сторону вперед. Вперед. В сторону назад. Назад. В сторону. Идеально. Просто идеально. Еще один раз закрепляем. Дальше мы танцуем под музыку уже. Еще раз. Два шага вперед. Два шага назад. И в сторону. Вперед, вперед, в сторону, назад, назад. Отлично. Хорошо, теперь немножко поднимаем уровень занятий. И делаем фигуру, называющуюся очередь кордадов. Очередь — это восьмерка, кордад — это обрезанная восьмерка. Поэтому режем восьмерки. Записать долго, поэтому сейчас повторяем за мной. Партнеры, вес на правой ноге, начинаем стандартно, делаем шаг в сторону. Теперь, партнеры, внимание, очень сложный шаг. Мы идем вперед, но рядом с партнером. Отлично. Теперь берешь вес назад, опять шагаем на левую ногу. И поворачиваем корпус вправо. Партнерши делают вот такую вот интересную штуку. Вот сюда все посмотрели. Можно сюда смотреть одно и то же. Удобно. Окей, заново. Без партнеров на правой ноге. Шаг влево. Шаг рядом с партнершей. Шаг назад. Поворот корпуса вправо. И закрываем.
Отлично. И партнерша переносит вес на левую ногу. На левую ногу. И дальше вспоминаем шаги, которые мы выучили. Два шага вперед. Отлично. Раз, два. Два шага назад. Три, четыре. Теперь то, что показывали Лене с Дианой, балдосу. Вперед, в сторону. В сторону, назад. Назад, в сторону. Рядом с партнершей, теперь очень круто. Рядом с партнершей. Вернулись. Повернули корпус. Закрыли. И снова сначала, то, что мы все объединили. Два шага вперед. Шаг, шаг. Два шага назад. Балдоса. В сторону. Вперед, вперед, в сторону, назад, назад, в сторону. Очень портально, внимание, пау.